Новости региона в эфире канала ПС. С вами Артемий Заварзин. Здравствуйте. Архангельск в ожидании ледохода. Сейчас он в Холмогорском районе. За сутки приблизился к областному центру на 14 километров. Голова ледохода прошла деревню Чукчерема. Это в 76 километрах от Архангельска. Подход основного ледохода к нашему городу ожидается не ранее полуночи. На притоках Двины все спокойно, потоплений не наблюдается. Зато в районе села Копачево можно было наблюдать интересную картину. Ледоходом несло бесхозную баржу с лесом. Спасатели говорят, опасаться не стоит, буксиры для транспортировки баржи уже наготове. Сегодня в Архангельске министр культуры России Владимир Мединский. В аэропорту главу федерального ведомства встречал губернатор региона Игорь Орлов. Сразу после Мединский прогулялся по набережной Северной Двины и посетил гостиные дворы, где осмотрел экспозицию «Петровские реформы и защита арктических рубежей в годы Северной войны». Министр культуры осмотрел северную часть гостиных дворов и обсудил с Игорем Орловым вопрос создания многофункционального информационного выставочного комплекса «Арктическое присутствие». Также Владимир Мединский встретился с деятелями культуры Поморья. Я просто обычно приезжаю в регион, стараюсь встретиться с руководителями наших учреждений культуры, чтобы посмотреть, чем живет регион, какие проблемы в наших учреждениях, вот, послушать вас, может быть, постараться наметить какие-то пути решения тех вопросов, которые всегда в нашей жизни встречаются. Участники встречи обсудили вопросы реконструкции областного театра кукол, наполнения экспозиции муниципальных музеев картинами северных художников и разнообразие репертуара театров Поморья. Сегодня же министр культуры Владимир Мединский открыл мультимедийную выставку «Война и мифы». Акция «Рекорды Победы» вновь пройдет в Архангельске. Участникам нужно будет отжаться 25 933 раза. Именно столько дней прошло с момента окончания войны. А какие еще мероприятия ожидают нас 9 мая, об этом журналистам сегодня рассказали на пресс-конференции. Торжества по случаю Дня Победы начнутся с возложения цветов к мемориалам Архангельска. В 12 часов на площади Мира будут торжественное сначала возложение цветов, естественно, митинг. Ну и, конечно же, очень ожидаемое многими жителями и гостями города – это торжественный марш войск Архангельского территориального гарнизона. И, конечно, и в этом году Архангельск традиционно присоединится к всероссийской акции «Бессмертный полк». Ожидается, что только в Архангельске на торжественное шествие выйдет более 12 тысяч человек. Число рекордное за все годы, что акция памяти проходит в областном центре. Все начнется от 6-й гимназии, голова колонны будет находиться там и уходить хвостом в сторону Соломбала. Движение пройдет по Троицкому проспекту до улицы Воскресенской, где колонны повернут направо в сторону набережной Северной Двины и пройдут до площади Мира. На площади Мира пройдет церемониал коленопреклонения. Кадетский корпус участвует в этом мероприятии и салют. Каждой роте будет совершен один выстрел. В 14 часов на площади Мира начнется народное гуляние. В 16 часов выступят участники фестиваля «Архангельск поет о победе». У стелы «Город воинской славы» по традиции будет работать полевая кухня. У кинотеатра «Мир» пройдут соревнования «Полевой курс молодого бойца». Праздник завершится в 22 часа салютом на набережной Северной Двины. С 1 мая в Архангельской области объявлен пожароопасный сезон. Такое решение обусловлено тем, что в регионе началась пора пикников и массовых выездов на природу. Отдыхающие порой ведут себя крайне беспечно. Теперь запрещено жечь костры в хвойных лесах, под кронами деревьев, на торфяниках и в местах травяного сухостоя. Нельзя оставлять непотушенные окурки и жечь сухую траву. Для нарушителей штрафы до 3000 рублей для граждан и до 200 тысяч для юридических лиц. Номера горячей линии единого лесопожарного центра 8 800 100 94 00 и 41 06 41. Отопительный сезон столицы Поморья проходит в штатном режиме. На островных территориях создан нормативный запас топлива, а подрядчики по уборке города Аксум и Архкомхоз перешли на летний режим работы. Об этом сегодня говорили на совещании в администрации Архангельска. Впрочем, начать пришлось с грустной темы. Замглава Архангельска Виталий Акишин распорядился оказать всю необходимую помощь жителям горевшего накануне дома в поселке 14-го лесозавода. В пожаре погибли мужчина и женщина. Всего в деревяшке зарегистрировано 26 человек. Жители от переезда отказались. Значит, второй, третий подъезды не пострадали. Значит, за предоставление маневренного жилья на данный момент жителей
не обращались. Руководителям всех муниципальных служб организации велено в ближайшие ледоходные дни быть в высокой степени готовности к потенциальным ЧП. Просьба руку на пульсе держать постоянно. Время сейчас будет самое сложное, поэтому ожидаем ледоход на средних уровнях воды, но тем не менее нам надо быть готовыми к любой ситуации. На планерке прозвучала и хорошая новость для жителей острова Краснофлотский. Сегодня вышел в рейс дополнительный автобус маршрута 125 Катунина-Архангельск. Напомним, соответствующее поручение городу дал губернатор Игорь Орлов после обращения к нему жительниц острова. После закрытия местного детского сада детей направили в другие учреждения Архангельска. Но попасть в проходящий транзитом через остров катунинские автобусы очень сложно. Транспорт переполнен. Также в Архангельске продолжается уборка городских дорог. За прошедшую неделю вывезено порядка 550 кубов песка и случайного мусора. В основном это касается центральных районов. Улицы Воскресенская, Троицкий, Чунгарово-Лучинского. Ну и с выходом уже на Соломбову. Что касается ямочного ремонта, в последнюю неделю апреля были приведены в порядок проспект Дзержинского и улица Чумбарова-Лучинского. Ирина Ившина, Евгений Зыков, «Автограф дня». Добавлю, что в администрации Архангельска кадровые перестановки. Итак, в городе назначен новый глава округа Воровина-Фактория. Им стал Андрей Гибадуллин, с 2006 года занимавший пост начальника управления по физической культуре и спорту администрации Архангельска. В должность новый глава округа вступил 29 апреля. Одна из основных задач – это создание комфортной среды для жителей города Архангельска, проживающих или работающих на территории округа Воровина-Фактория. Я думаю, что вместе с работниками округа, вместе с жителями непосредственно округа, общественными организациями, мы будем над этим работать. Кроме того, главой одного из центральных округов Архангельска Ломоносовского назначен Николай Боровиков, который на протяжении длительного времени возглавлял Высокогорский и Цегламенский округа. Мы продолжаем. Летит, как ракета, традиционная майская эстафета. В этом году архангелогородцы выйдут на старт 6 мая. Регистрация прошла в 4 группах. Воспитанники детсадов, школьники, трудовые коллективы и сборные команды. Марафон стартует в 11 утра на площади профсоюзов. Участники пробегут по набережной Северной Двины до Карла Маркса и обратно по Троицкому проспекту к месту старта. Всего в эстафете 11 этапов. Общая протяженность 4,5 километра. Победители, 3 команды, в каждой номинации будут награждаться грамотами, медалями, ну а дети будут подарками награждаться. Во время эстафеты с 10 утра и до 3 часов дня будет перекрыт Троицкий проспект и набережная от Карла Маркса до площади профсоюзов. В Поморье утверждены даты последних школьных звонков. Торжественные линейки для выпускников 9 и 11 классов, посвященные окончанию учебного года, пройдут 24 и 25 мая. Традиционно в эти дни ограничат торговлю горячительными напитками. Купить алкоголь в магазинах после 13 часов будет невозможно. Ограничения не касаются кафе, баров и ресторанов. Итоги дня в 19:20 на канале ТВ-Центр. Я не прощаюсь и жду вас.